Нехай далек мой путь і долог срок розлуки, мой любимый друг. Пускай вздымает грудь мне память сладкой муки твоих нежных рук. Пускай я одинок, души задернут полог, мой любимый друг. Я одинок, разлуки срок безмерно долог. Мой старый дом и дети в нем, в него влюблен со всех сторон. Мне светит он, мой светлый дом. Пускай я напоен ветрами и морями, мой любимый друг. Пускай я унесен лихими временами в запредельный круг. Поверь, не так уж плох больших дорог далекий путь, любимый друг. Морских тревог, морских дорог мой путь нелегкий. Мой старый дом и дети в него влюблен со всех сторон. Мне светит он, мой светлый дом. Пускай далек мой дом, ко мне экватор ближе. Я в свой дом влюблен. Пускай за штормом шторм тоска сгибает ниже, рвется связь времен. Когда на сердце штиль, душа покрыта сажей, солнце всех сторон. Домашний шпиль сквозь толщу мира мне путь укажет. Светит он, мой светлый дом. Пускай далек мой путь, пускай вздымает грудь, пускай за штормом шторм всегда мне светит он, мой светлый дом. Вітаю вас, ви дивитесь програму «Люди нашого міста». Як ви вже здогадалися з того відео, яке ви побачили, сьогодні нашим гостем буде Анатолій Карпенко-Русий. Він не лише журналіст, автор музичних програм, він член Національної спілки журналістів, телеведучий, музикант, літератор. Вітаю вас! Здравствуйте, Тетяна! Здравствуйте, дорогі одесітки і одесіточки! Вот так каждый раз я здороваюсь, приветствую своих слушателей и зрителей, телезрителей и радиослушателей, ну, в своих радио- и телепрограммах. Угу. Отже, ви ще і на радіо працюєте, так? Ну, не паралельно. Так. Ну, ви такі, знаєте, людина, яка така, знаєте, дуже багато професій, дуже цікаве життя, дуже цікаві програми. Я бачу, от ви принесли книжки, які ви написали, ми з вами спілкувалися перед програмою, ви сказали, що всі вони пов'язані так чи інакше з коханням. І я так розумію, що кохання – це ваше, скажімо так, ну, от те, що вас надихало і на музику, і на написання цих книжок. Глядачі пам'ятають ваші чудові програми «Звізда Одеси» і «Поймая Одеса». Ви давали шанс дуже багатьом артистам зніматися в цій програмі, розповідали про них. Ну, а сьогодні ви наш гість, і, мабуть, вам не дуже, я не знаю, зручно вам чи ні, бо я не так, телеведучий з телеведучою, так, спілкуються. А сьогодні ви не в ролі, скажімо так, телеведучого, а гостя, скажімо, нашого гостя. У вас дуже цікаве таке життя, ви закінчили музичне училище, два курси консерваторії в Мінську, так. Потім так склалося, що ви майже 20 років плавали, ви працювали барменом, це теж була дуже така, мабуть, цікава історія. Маленьку ремарочку вставлю, тому що не прийнято у моряків говорити «плав».
плавали. Так, ходили, ходили. Так, или, в крайньому случае, работали на пароході. Так, добре. Значить, ходили. І дві навколо світа подорожі, так? Це так, знаєте, можна сказати, весь світ побачили. Так воно було, так воно і було. Тобто ми провели все це час, 20 років я проработав. Пропутешествовал по всему миру, в разных уголках я был, по всему миру, без отрыва от производства. Так. Я еще за это деньги платили. А я смотрел на мир, радовался и, не знаю, постигал кое-что, смотрел, как люди в других странах живут, в других обществах. Ну, что-то увидел, что-то отразилось у меня вот в этой книге, которая называется «Океан Марии». Морей много, очень большое множество по всему земному шару. И океан, это переводится, если там с древнего языка, великое множество. Угу. Так вот, океан морей – это великое множество морей. И в нем, в этом романе, это роман художественный, рассказывается о советском пассажирском флоте, которого, к сожалению, нету. Вот книга есть. Там я провел 20 лет, и об этом много можно рассказывать. Нам, конечно, не хватило бы и передачи, чтобы рассказывать все, что происходило в нашей жизни, в морской жизни. И там был, в общем-то, если одной фразочки небольшой, там был своеобразный коммунизм. Так. Вот на берегу они строили так коммунизм, а у нас на флоте уже был, да. Но своеобразный, подчеркну, своеобразный. А от завжди цікавлюся у гостей, які приходять. Знаєте, ми ж то кажемо, така є фраза, дуже відома, ми всі родом з дитинства. Отже, хотілося б, ви розказуєте про інших людей, але хотілося б трохи більше дізнатися про вас, ніж написано, скажімо, там в інтернеті. Так? Хто ваші батьки, з якої ви родини, чим вони займалися, звідки у вас такий хист до творчості? Ну, я не знаю, як це определити. Сім'я, в общем, у меня, в общем-то, у меня довольно приличная, как сказать. Отец полковник военный, потому-то у меня в биографии нету такого постоянного родного города, кроме Одессы, в котором я живу уже 50 лет почти. И говорят, что не обязательно родиться в Одессе, чтобы стать одесситом. Я вот по духу одессит. По духу, по своему внутреннему духу, по внешнему не знаю, как получается, это не мне судить. А внутри я одессит. И, например, когда меня спрашивают мое отношение к этому городу удивительному, и множество эпитетов, которые сочинили, придали, много очень умных и очень талантливых людей этому городу. Кстати, о Одессе написано столько песен, прекрасных песен, из них шедевров только штук 30, как ни об одном городе мира. Это я знаю совершенно точно, потому что занимался передачей «Пой, моя Одесса». И в этой передаче, конечно, использовали самые лучшие песни в Одессе. Поэтому я довольно-таки уверенно знаю, что говорю об этом сознанням матеріала, от так скажемо. Угу. Ви сказали, що у вас батько був полковником, так? Так, да, полковником, і тому родився взагалі в Восточній Пруссії Калининградської області, потім город Калининград, потім город Москва, город Волгоград, Астрахань, Мінськ, і, само собою, Гомель, і от, наконець, Одеса. А скільки років вам було, коли ви приїхали в Одесу? Літ 25, може. Угу. Нет, даже меньше, 23, может быть. Сейчас мне не буду говорить, сколько, но прибавьте 50. Ну вот вы в Одессе 50 років, так вы сказали. И даже 53. Так, 53. А вот в каком вообще месте вы могли жить? Ну, отак от розмірковуючи, от Одеса, любите, живете 53 роки. А чи замислювалися ви, от в якому ще місті я би міг жити в Одесі? Я навіть не замислювався. Ответ у мене давним-давно существує на цей вопрос. Но я взагалі, по суті, своїй інтернаціоналіст. Для мене чужд націоналізм. Я дуже толерантний чоловік. Я би змог прижитися в будь-якому нормальному обществі. Но и, наверное, на любом конце света, в любом уголочке этого земного шара, но при одном условии, чтобы там была Одесса.
Тобто так, так? Да. Одеса завжди з вами. Так. Да. Ваш перший роман, перша книга, це яка? Яку ви написали? Ну, я ее не захватил, потому что там эта книга, а у нее есть... Вообще у меня 7 книг нарисовано, написано и издано. Не издано еще больше. Вот. Но 7 я захватил. Вот тут 4 штучки. Вот первая книга была, она приключенческая называлась. «Монте-Кристо» по-черноморски. Ну, по-детски я не стал. Смело так, по-черноморски. А потом у нее было продолжение «Бессмертие, безумие». Но она у меня, эти две книги, почему-то мистические для меня. Так. Я даже не взял ее с собой сегодня. А в чем мистика? Ну, сейчас скажу, в принципе, мистика. Во-первых, меня не приняли в союз писателей, вернее, в спилку письменников. Из-за этой книги? Да, из-за этой в основном. Потому что там... Ну, показалось, что она такая проеврейская. Угу. Причем там бурный такой скандал был во время приема в этот союз спилку письменников. Вот. И в этом бурном скандале сказали, что книга проеврейская, но евреям мне за это спасибо не скажут. Угу. Вот. Потом вторая такая ипостась у меня была. И еще и третья ипостась. Да я уже и забыл их. В общем, да, вот вторая ипостась была такая, что я трем священникам, ну, своим знакомым, православным, в разных храмах, один в монастыре, давал эту книгу читать. И никакого ответа не последовало на это дело. Ну, вот, в общем, вот такая вот мистика присутствует. И я не стал ее брать. Ну, а остальные у меня такие вот, например... «Как бросить пить». Да. Вот это вот, остановиться можно на этой книге слегка, чуть-чуть, только на название ее. Тут легкая игра знаков препинания есть. Вот, например, она называется «Как бросить пить», да? Второе название вот здесь есть «Как», восклицательный знак, «бросить пить». И, наконец, третье «Как бросить», вопросительный знак, «Пить!» – восклицательный знак. Здесь у меня есть подарки от Олега Губаря, от Жорика Делиева, от Бориса Барского. Ну, такие вот наброски на эту тему. Так. Как бросить пить. Тут, конечно, не рекомендация, как бросить пить, а просто рассказы, которые собраны в этой тематике. Це такі веселі, так, розповіді? Ну, дело... Трошки філософські. І це є. Но, в общем-то, я би сказав одною фразою – це призыв к умеренному и незлонамеренному употреблению этого великого открытия для человечества, как алкоголь. Так. Но если им... Ведь змеиным ядом тоже можно лечить людей, а можно отравить. И то же самое с алкоголем. Либо можно им пользоваться на радость жизни, либо им можно отравиться и погубить всю суристик. Сколько таких жизней и карьер, и судеб было загублено именно из алкоголя. Ну, тут немножечко все об этом. Так. Еще одна книга. Это я уже про две рассказал. Так. Еще одна книга у меня о вечной... Ну, у меня еще есть одна журналистская книга про свою программу «Звезда Одесса». Там те люди, которые были в программе. Там много звезд, я уже не буду перечислять. Останавливаться я не стал. Она большая, поэтому не стал взять. Вот еще есть книжечка «Любовь, секс и все такое». Вот она таким образом выглядит. Любовь и секс – все такое. Все это со временем связано. Например, у Изи спрашивают, а что ты больше любишь, секс или Новый год? И я отвечаю, ну, конечно, Новый год. А почему? Потому что Новый год чаще. Вот это вот со временем связанная ситуация. Время ведь такая субстанция, которую нельзя не потрогать, не увидеть, не услышать. И в то же время оно идет. Да. Оно двигается, это время. Но я бы еще сказал, что время не двигается. А, может быть, это уже в моем случае, а время уходит. Угу. Мне очень нравится в этом смысле мнение Михаила Михайловича Жванецкого. Он сказал, и что больше всего раздражает, так это деревья. Они то желтые, то зеленые, то желтые, то зеленые. Так и мелькают.
как один говорит, вот лето опять пролетело, я и не заметил. Угу. Второй говорит, а мне 15 лет пролетело, я не заметил. А у когось життя пролетіло і не замітили. У кого как, да. А от ми говоримо про прозу, про те, що ви пишете, а я знаю, що є ще й вірші, так у вас? Ну да, конечно. Може, ви нам прочитаєте щось? Кстати, вот они о любви. Да. О любви, я бы сказал, о времени чуть-чуть. Угу. В последнем стихотворении я скажу, почему о времени. Так. Ну вот, давайте я попытаюсь. Я выбрал покороче. Угу. Сегодня я сгорю свечой церковной, амур мой ангел, не шути со мной. Стрелой твоей коварной и греховной уже пронзен мой жалкий прах земной. Зажгите свечи, ах, зажгите свечи, пусть в этот вечер будет освящен святые чувства и святые речи. Сегодня я, как юноша, влюблен в пьянящем ливне из цветов сирени. Тону в лекомый в омут лепесток, перед судьбой я преклоню колени. Сгорю, каким бы ни был счастья срок, так пусть пылает, поглощая тьму, души костер, в котором не гореть. Безумен от любви и потому, пока горю, хочу успеть допеть. В общем-то, этот текст песни есть. Угу. Не музыкальная ее, музыкальный вариант. И даже этот вариант музыкальный у меня исполняла очень прекрасная певица Валентина Толкунова. Угу. Очень нравилась эта песня. Это я похвастаться. Так. Это вот стихотворение коротенькое, оно от имени женщины. Мне как-то показалось, что я имею, ну, как бы, некое знакомство с душой женской. Поэтому вот эти строчки от ее имени. В тебя гляжусь, как в зеркало разлуки, и в отражении я вижу свою боль. Напрасна страсть, она приносит муки, и не нужна любви утраченная роль. Но я боюсь, боюсь с тобой расстаться, хотя любовь моя к тебе уж не верна. Неверно все, коли я боюсь остаться, и без любви, и без тебя совсем одна. Женское одиночество, грусть и та приходит одна, скука ее высочества, с ней постель моя холодна. А вот теперь о времени, еще осталось немножечко. Потерпите чуть-чуть. Вот, а времени, время у нас осеннее. Унылая пора очарования, да? Вот к этому времени у меня есть такое стихотворение. Кружит унылый листопад, любви разорванные кусочки, и губы шепчут не в попад, печальных строк, слов, немые строчки. Осенний сад пустой и голый, дождливый сад в душе моей. Любви разлад, спор невеселый, как листопад ушедших дней. Любовь была, но листопад, порой осенний до листочка. Раздел наш беззащитный сад, разлуки не видна отсрочка. Тоскливых дум глухой укор, ношу в себе я обреченно. Душа ведет с разлукой спор, но спор ведется отвлеченно. Ну що ж, прекрасно. А от я ще бачу, у вас є диски, так? Я знаю, що ви записали альбоми, так? Ми бачили спочатку програми, кліп. І хотілося б перед тим, як ми більш детально будемо говорити про от вашу музичну творчість, ми подивимось ще один ваш твір музичний. Скільки травили одеську душу, воздух свободы, сюда, парень, слушай. Голос Одессы с еврейским акцентом, Русь, Украина, услышат концертом. Ах, Одесса, босая царица, вот мы пришли тебе поклониться. Мамой Одессой мы все рождены, маму родную навек влюблены. Ах, Одесса, босая царица, вот мы пришли тебе поклониться. Мамой Одессой мы все рождены, маму родную
Верх акації, наряд подвінечний, город весной надевает беспечно, вихи столетий, каштаны, платаны гордо плывут, как отцы капитаны. Ну что ж, є пісні, от чи співають інші виконавці ваші пісні, так. І насамперед, це ваш альбом, де ви зібрали таку пісенну творчість. Ну, в общем-то, здесь очень солідні музиканти в этом диске участие приняли. Здесь два народних, три заслужених. Ну, і, в общем-то, очень хороші голоса здесь. Я не буду перечислять. Да, в общем-то, можно перечислить. Uh-huh. Николай Свидюк, Сергей Афанасьев, Николай Завгородний, Александр Кокханчик, Юрий Ильич, Денис Болдышев. Эпиграфы к песням читает Михаил Бакальчук. Ну, в общем-то, все. Она даже на подпевках у меня Анастасия Букина. Uh-huh. Ни больше, ни меньше. Так. Она все бэковые партии исполнила. Вот, так что мне есть чем похвастаться и кем похвастаться творческой дружбой с этими людьми, которые, в общем-то, сделали довольно неплохой диск. Сейчас диски уже не в моде, и магазинов нету, которые продавали эти диски. Вот. Но если говорить о песнях, я не знаю, получается у меня это, не получается. С одной стороны, мне кажется, и хотелось бы верить, что людям это нравится. С другой стороны, сегодня слушают, это очень такая грустная нотка, и, да, я бы сказал, даже печальная. Потому что раньше, в общем-то, для того, чтобы написать песню хорошую, надо было положить стихи на музыку. А сейчас, чтобы написать и выдать в эфир, в телеэфир, в радиоэфир, хорошую, по теперешним меркам хорошую песню, надо положить и на стихи, и на музыку. И тогда это получается хорошая песня. Ну вот, а еще хотелось бы похвастаться. Я вот почему-то просто под рукой этот диск лежит у меня. Хочу похвастаться. Ну, а была у меня еще одна такая программа. Вот так она выглядит. Она программа называлась «От улыбки до улыбки». Ну, сюжет простой. Рассказываем анекдоты, но их рассказывали... Эта программа сейчас уже нету. Рассказывали народный артист Украины Георгий Делиев и народный артист Украины Николай Завгородний. Светлая память ему. Да, Завгородний, це він чудовий, ну, чудово розповідав. Я пам'ятаю навіть, коли от я працювала в театрі, ми виїздили на якісь, ну, десь там на село, скажімо так, в область. То це було, знаєте, таке велике щастя, коли він їздив з нами. Невероятного позитива чоловік. Просто, ну, от поэтому вот его анекдоты очень хорошо получались у двух народных артистов Украины. Вы международные, так автоматически получается, да, я международный артист. Это, не знаю, выше звание, чем просто народный. Может быть, и нет. Ну, программка была неплохая. К сожалению, она закончилась. Ну, а так ще много всякого. Ну, от ваші програми, так, вони починалися, вони жили, вони виходили в ефір. Потім наставав час там іншої програми, так. Потім вона, скажімо, як-то сплинув час, і з'явилися якісь нові думки, якийсь новий формат, і якась нова програма. А чим ви сьогодні займаєтеся? Сьогодні, якщо чесно, так я займаюся воспоминанням. Хороших, да и плохих тоже жизненных моментов. Было много, я уже говорил, что все-таки я и прожил уже достаточно, или прожил достаточное вот, время. Как мне однажды один из моих гостей, моей программы «Звезда Одессы», Ян Табачник, сказал такую фразу про себя. Я вот играл на аккордеоне всю свою жизнь. И проиграл в ресторанах там сколько? Я говорю, ну как же вы проиграли? Вы ничего не проиграли, вы победитель, вы такое место занимаете на небосклоне шоу-бизнеса. Так что можно по-разному
какое-то слово или понятие интерпретируют. Да. Ну, ви ж і були, і є відомою дуже людиною. Сьогодні, ну, мало хто з одеситів може сказати, що він там вас не бачив, не чув. Тому що часто виходили ваші програми, ви запрошували дуже цікавих людей. Це було таке теж цікаве спілкування. І ви, я думаю, що в пам'яті одеситів, телеглядачів запам'яталися, ну, якщо не говорити назавжди, хто вас бачив, то, скажімо так, надовго. І ми, от спілкуючись перед програмою, навіть згадували, так, як було якесь судно, так, ви там запрошували артистів, і воно виходило в море, якщо я помиляюсь, мене виправте, і там записувалися програми, так? Ну, діло в тому, що от в цьому сенсі я могу з гордістю сказати, просто з гордістю, о собі. Угу. Сам о собі. Тому що ніхто цього в Одесі не робив, не робить і вряд ли буде робити. Тому що я робив такі праздники, тусовки для своїх героїв, своїх програм, когда собирались много людей, до 200 человек, угу. Героев-то много было, они приходили, может быть, со своими женами или мужьями. Это было с хорошей выпивкой, с обильной, с хорошей закуской. Это был концерт. Вот, состоявший... мабуть, с того ця книжка и вышла, да? Ну, як кинути пити, так? Может быть, да. Я не помню уже точно историю происхождения. Но... Это я так шуткую. Так я в ответ шучу. Вот. И, естественно, концерт был в этой тусовке, потому что же много артистов было в программе. И вот все эти певцы, артисты то ли танцевали, то ли пели. Вот, иногда даже и я пел, по крайней мере, эту песню, вот, которую мы уже одну услышали. Мы кусочек услышали, а я целиком исполняли ее. С Жужей Дудучавой. Она цыганка-грузинка напополам. Но голос у нее великолепный. А от ви кажете, це було дуже багато людей, мабуть, навіть 200. Ну, це ж не просто так зібрати, організувати, зняти. Це була ж, мабуть, у вас ціла команда людей. Ну, от, ні, були, звісно, люди, які допомагали мені, але в основному це організовувало все я. Я спонсорів доставав у напіткової компанії, скажімо так, брав алкогольну составляющую. Там хтось мені в ресторані, мені безплатно совершенно... Тусовки делались в бесплатном помещении, потому что были хорошие рестораны. Был Роттердам ресторан, был ресторан Красный, был ресторан Галерея, который сейчас стал магазином Таврии. Был вот этот большой-большой пароход Южная Пальмира. И, в общем-то, это лежало только на моих плечах. Все это организовать, собрать, потому что надо было напечатать. Мало того, что напечатать, надо было пригласить, надо было их раздать, развести. Это же тоже большое время занимало у меня, ну, и каким-то образом все это получалось. Угу. Получалось очень хорошо, мы, и многие люди помнят об этом, но только одна отличительная черта, потому что такие делали, делают, и будут делать корпоративы. Но корпоративы, это будут делать каналы, довольно состоятельная организация, да, канал. А тут я один. Без всякой состоятельности. Все это мне помогали, я уже говорил, и ресторанные заведения мне помогали. Ну, конечно, и рекламка какая-то была взаимообразна. Надо было просто сложить вот эти все компоненты, что им, а что так. Мне, а что тем артистам, поэтам, там, композиторам и так далее. В общем, творческой интеллигенции, спортивной интеллигенции, разные политики у меня были. Много кого было. И даже... Агафангел, высокопреосвященнейший, был в программе, посвященной нашему строительству, нашего возрождению нашего храма на Соборной площади. Так. В общем, все это надо было соединить, и получалось довольно-таки хорошо. Вспоминают люди об этом. Да, это было действительно дуже добре. І знаєте, от такий труд, так, от коли ти працюєш в такому темпі, в такому режимі, ти, скажімо, входиш в якусь таку форму, що тобі вже це, мабуть, не дуже важко, так, стає робити. Ну, не зовсім понятен мені вопрос, скажу, чому не зовсім понятен.
Потому что я никогда об этом не задумывался. Так. Просто вот, ну, происходило все. Конечно, идею сделать такие праздники я не сам создал или выдумал. Я ее подсмотрел в Киеве. У меня там издатель журнала «Джентльмен». Сейчас, к сожалению, он прекратил существование. Но это был такой солидный. Это типа плейбоя, только украинского размера. Киевского. Там у моих пару рассказов было напечатано, и я с ним общался много, и он устраивал такие вот праздники. Но, опять же, он солидный такой предприниматель, потому что издавать журнал – это предпринимательство, в общем-то, прежде всего. Вот. И у него солидные авуары были финансовые. Для него это было, да, проще, чем для меня. Ну, вот, ну, я в него подсмотрел эту идею. І от пристворив здесь. Ну, от і подарували одеситам і всім телеглядачам чудові програми, чудові пісні, прекрасні книги. Ну, і знаєте, можна було ще говорити і говорити, але програма добігає кінця. Тому хочу звернути увагу наших телеглядачів. Ви не перемикайтеся, бо вас чекає ще один сюрприз. Ну, а я дякую вам. Ну, я ще на прощання хотів би. Так. Одно пожелание. Так. Для всех, и для телезрителей, и для вас тоже. Что нужно в жизни, я так думаю, это радоваться жизни. А что нужно для того, чтобы радоваться жизни? Всего лишь две вещи нужно. Нужно жить и радоваться. Дякую. Ну що ж, я нагадаю, що сьогодні гостем програми «Люди нашого міста» був журналіст, автор музичних програм Анатолій Карпенко «Руси». Дякуємо вам за те, що цей час провели разом з нами. І хвилинку, не перемикайтеся. Побачимось. Теперь лишь даты.
сядешь, вспомнишь, как когда-то было грустно, было свято. Даты, даты, наши даты встали в строй. Да, солдаты, все достатки, все потраты, это все теперь лишь даты.